Привет всем! С вами Ольга со своим реальным обзором. Реальным и честным, потому что ничего не рекламирую. Хочу вам сегодня рассказать про полученный мной вчера бокс. Все-таки я решилась на ко дню Валентина. Все-таки я его приобрела. Хотя не хотела поначалу, но что-то меня... Видимо, опять коробочка эта. Я не могла удержаться. Не купить его. Сейчас он со скидкой 48-75, что-то такое. На него сейчас скидки. Так стоил 65. Давайте-ка, мои хорошие, поглядим, что в этом году они нам положили. Стоит он нашего внимания или нет. Хочу сказать, в прошлом году вот Валентинов был просто шикарный. Ну вот здесь такой вот они сделали так интересно. Его надо раздвигать в две стороны. Такой вот он, сейчас я его попробую раздвинуть, что приносит определенные, надо усилия приложить. Вот так вот, смотрите, мы его раздвигаем. Такой становится длиннючка. Серединка у нас открывается. Серединка открывается, и у нас начинаются поздравления всех влюбленных или почти влюбленных. Может быть, кто в себя влюбился, может, кто чего. Но это стоит, наверное, того. Здесь прилагалась бумажечка такая. Вот вам, пожалуйста, все продуктики, все описаны. Единственное, не было цен. Я, конечно, все цены нашла. Нам же надо считать, стоит он того или нет. Поближе так себе положу. Первое, что мы здесь находим... такой коробушечки. Это румяна от Honest, да? Американский такой бренд. Кремовые румяна. Оттенок очень хороший. Какой здесь оттенок у нас? В общем, какой-то розовый называется. Да, розовый. Но на розовыми они не выглядят, честно. Очень у них такая, понимаете, тяжелая... железная упаковка, футлярчик такой довольно-таки увесистый. Что мы видим внутри? Зеркало у нас есть, да. Вот такого они цвета. Зеркало тоже имеется. Но зеркало такое, знаете, какое-то оно темноватое почему-то. Не кривое, но темненькое. Говорят, что розовые кремовые тени. Я уже сегодня ими накрасилась. Но так как я красила под тонак, я сначала сделала вот это все, поэтому, может быть, их сильно не видно. Но мы вот так вот сводчинем, да? Посмотрите, вот такого они цвета. Очень приятно пахнут такими конфетками, карамельками, чем-то очень-очень вкусным и съедобным. Вот такие они нюдовые, да, я бы даже сказала. Цена этим румяшкам 20 евро. Железные вот. Такой футлярчик плотно закрывается. Так, сколько здесь у нас? 3 грамма, да, по-моему? 3 грамма. Розы пинк. Ну, вряд ли это розы пинк, но пусть они так думают. Хорошо. Мне они очень понравились. Дальше у нас идет вот такая фляга. Понимаете, фляжка от бренда Парадокс. Это у нас несмываемый такой уход. Наверное, ну, не кондиционер, смываемый уход. Он делает волосы даже такими блестящими, все распутывает, все. Надо понюхать, чем пахнет Парадокс. Его я еще не открывала. Все вот так откручивается. Интересно. Ничем не пахнет. Очень легким чем-то, совсем-совсем легким. Цена ему, между прочим, этому Парадоксу 35 евро. Представляете, здесь 75 миллилитров. Не знаю, зачем такую флягу они сделали. Удобно это, неудобно, не знаю. Но вот все, но продукты от Парадокса парадоксально хороши. Я вам так сказала. Люблю их маски для волос. Вообще шампуни нам какие-то приходили. Парадокс офигенный бренд. 35 евро. Любим. Спасибо. Дальше. Нам пришла вот такая свеча ручной работы. Я в последнее время очень повернутая стала на свечи, на всякие ароматические, хорошие. Мне это все очень нравится. И это вот Деми,
Демиканди. 20 евро стоит. Сделано, написано, что здесь ручная работа из соевого воска. А запах у нее должен быть какао-уда называется. Не знаю, что за уда. Какао знаю, какао-уда не знаю. Но пахнет, конечно, она очень приятно. В коробочке, вот вся коробка пропахла этим ароматом. Ну, мы выкинем эти шуршащие бумажки. Очень вкусно. Ох, 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 ох. Поглядите. Написано, что она будет гореть, вот если ее поджечь, 2 часа. 2 часа. Да, на романтик кому-то хватит. Вот такая она какая-то. И написано, что так как она отливается вручную, могут где-то быть какие-то небольшие пузырики или еще что-то, но это ни на что не влияет. Ой, какая она. Ой, тяжеленькая, красивая. Замечательно. Я обожаю свечи ароматические, поэтому я рада. Да, тут всякое что-то еще положено. Ну, бумажки всякие в коробушку. Как бы старались, ну старались, да, угодить все-таки Валентинов день, сердечки кругом. Ой, как пахнет, это хорошо. Следующее, у нас идет First of Beauty, такой бренд. Это их кокосовый праймер для лица. Он нам уже приходил многократно в маленьких таких штучках. Look Fantastic нам посылал, и хочу вам про него прочитать. Действительно заслуживает внимания. Кстати, давайте про цену. 20, где-то вообще 30 евро стоит. Здесь полноразмер. Надо заметить, в эту коробку положили в это, ну, все полноразмер. Не все, потом скажу, что не полноразмер. 50 миллилитров. Вот здесь полный размер. Так, 30. Но я нашла за 26 или за 25. Ладно, давайте про него. Сделайте кожу гладкой и сияющей с помощью увлажняющего крема-праймера Coconut. Универсальный крем помогает зафиксировать макияж на долгое время. Подходит для всех типов кожи. Формула скрывает поры и несовершенства, создавая безупречный вид. Крем обогащен увлажняющей кокосовой водой и киноа, между прочим. Вот так вот. Защищающим барьерную функцию кожи. Увлажняющий крем с микрогранулами для осветляющего эффекта создает идеальную основу для нанесения макияжа. Веганская формула. Ну что, хороший праймер. Мне нравится, особенно мне его летом нравится использовать. Он такой тоненький весь. Хороший праймер. Вместо крема летом хорошо. Все намазал, все сделал. Свежо, кокосик. Никаких там закупоривания у вас не будет. Или что, какие-то прыщи. Ничего у нас не было. Мы уже много этого использовали. Поэтому хороший продукт. Очень замечательно. А здесь потом еще Glass House нам немножко постарался. Дали вот такую коробочку, а в ней две бутылочки матка вот этих вот. Матка, господи, дорожные версии. Матка Coconut называется. Так. Что это Glass House? Кто знаком с этим брендом, нам такое приходит впервые. Но написано здесь шафран и роза. Запахи шафрана и розы. Это у нас что? Body lotion и shower gel. Обыкновенный вообще. Помыться можно. Давайте понюхаем shower gel. Чем он пахнет? Шафран. Как пахнет шафран? Я знаю. Роза тоже знаю. Очень приятно. Очень приятно. Все так по-настоящему. Прям, видимо, хорошо. Потому что я смотрела, полный размер стоит 30 или 35 евро вот этих. Ну, здесь, конечно, не полный. Цену я им сделала 10 евро вот этой парочке. Хорошо, спасибо. Опять у нас идет продукт следующий. Как-то он, интересно, уэ, или как-то... Я в переводчике послушала, как это произносится. Произносится некрасиво. Произносится, как будто вам плохо утром. Или еще что-то такое. Не буду его читать вслух. Давайте вот покажу поближе. Опять вот посмотрите. Вот этот бренд. Не буду его называть, потому что некрасиво называется. Но продукты у него все классные. Это тоже у нас
не смывайка, после душа, после всего, все будет вам расчесывать, мягкое, красивое, легкое все будет. С собой брать в дорогу очень хорошо. 10 евро тоже я ему дала, больше не надо. Что? А, кстати, давайте вот дальше вот мы идем. И здесь Элемис, целиковый, 50 миллилитров, с розой, джентли розы, эксфолиатор. Ну, что-то отшелушивающее. Здесь прям все целиком. Обожаю, люблю этот бренд Элемис. Достойнейший, достойнейший просто в своем сегменте. Дорогой бренд. Стоит 35 евро. Но на Люкс Плюс я такой нашла, конечно, за 25. И поэтому я буду считать, как будто бы 25 евро. Тут есть микросферы, жожоба, микросферы жожоба прямо есть, понимаете? Розовый экстракт, огурец, витамин С. Можно использовать каждый день. Он настолько деликатный, что можно прям отшелушивать все каждый день, и ничего с вами не будет. Здорово же, да? 35 евро. Ну и вот дальше мы идем. Говорят, что полноразмерки, но нет. Тушь у нас была от Морфи, не полный размер. Ну да ладно, в принципе, я от Морфи не пробовала туши, но все вроде как ее хвалят, кругом объем. 6 евро я дала, никогда не пробовала. Ну, тушь и тушь. Давайте посмотрим щеточку. Вот думала сегодня ею накраситься, румянами накрасилась, а тушью забыла. Ой, какая щетка-то. Ну я вот такие не люблю, как песочные часы. Да, это, видимо, очень объемная будет. Почему-то я вот такие не люблю щеточки. Для меня они слишком огромные и толстые. Но многие их обожают. Ну, дареному-то, в принципе, ну, как дареному, купленному коню, конечно. Пусть будет 6 евро. И последнее, что мне очень понравилось, сегодня я это уже все попробовала, это Делия карандаш для глаз. Такой он коричневый, темно-коричневый, водостойкий. Сзади точилочка у нас имеется. Все прилично, да, нас любят. Холодного он оттенка. И действительно, я вчера, когда он приехал, сделала его на руке. Вот, давайте вот тут вот сделаем. Холодного оттенка сделала на руке, не могла оттереть потом. Сегодня тоже там что-то глаза намуливало, и все было очень легко. И работать, и застывает, и никуда он не денется у вас. Хорошее. Стоит, ох, нанюхала свечей. 24 евро стоит этот карандашик, мои хорошие. Это не шутки. Так, закрываем наш бэк. И что у нас получается по ценам? 170, ой, не могу. 175 евро стоит все наполнение. При цене 48, почти 49 евро. В принципе, хороший выхлоп. Чуть больше 100 евро, да, у нас получается. 120 даже, наверное, примерно получается. Можно брать. Я бы вот могла бы это порекомендовать. Но просто мне нравится карандаш здесь. Румяшки здесь понравились. Элемис целиковый понравился. Свеча все-таки хорошая. Да, уже такое настроение нам задает. А то у нас уже завтра прямо такой день. Вот. Для волос все хорошие продукты. Этот парадокс. Все было здесь, в принципе, хорошо. Рекомендую, конечно. Могу оставить вам ссылку на Look Fantastic'е. На нее. Но думаю, даже если вы не успеете сегодня цапнуть, после Дня Валентина, я в прошлом году еще весну или летом даже покупала эту коробку с прошлого года. Думаю, ничего страшного не случится, еще и скидки потом будут. Но для нетерпеливых, конечно, я оставлю ссылочку после слова «еще» в описании. Будет на Look Fantastic ссылочка. А я вам желаю, как всегда, всего самого наилучшего. Любви, счастья, хороших друзей рядом. Берегите друг друга и родных своих любите. Балуйте, покупайте им подарки. И про себя тоже не забывайте. А мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока-пока.